Обними меня, словно ты мой алкоголь. Забери меня, не своди слова на ноль. Желто-синими я раскрашу наше небо. Забери меня туда, где я не был. Это с вами нам Лилиан Бейкер, Дентьер. И кто же это Дентьер? Александра. Да. Какая прелесть. Сегодня очень необычный выпуск. Вопрос-ответ. Я не знаю. Он будет очень, я не знаю, какой. Ну, никто не знает. Я тоже не знаю, что там подготовилось. Я лично уже боюсь. Не, ну то, что я подготовила, судя по этому, и судя по тому, что рядом с тобой сидит Александра, мне уже страшно, чтобы начаться. Не совсем рядом, она передо мной сидит, но ничего, меня так тоже с тобой устраивает. Рядом, близко. Да. Достаточно близко. Да. О, Господи. Подожди, с чего бы начать? Какой бы вопрос тебе задать? Я даже заикаюсь. Потому что мне непривычно. А то тут обычно были это регресс, а тут не. А тут прям вот ого-го. Ну почему, Саша, часть регресс. Можно так сказать. Да, наш личный фотограф. Часть меня. Я не знаю. Все мое. Какая часть тебя? Правая или левая? Левая находится. Сердце же у нас слева, да? Да. А печень где? Ну, она не имеет отношения к печени. Когда мы не ссоримся. Когда мы не ссоримся. Ой. Ну, тем не менее. Есть такой вопрос. Он к тебе, наверное, все-таки. Ну, как всегда, ты же можешь Дентьер, надо тебе вопросы позадавать. Как ты. Влияет ли некоторая популярность твоей группы на твою личную жизнь? Саш, влияет? Мне все равно. Ну вот, ей все равно, значит, мне все равно. Не, ну как сказать, влияет, блин. Ну, блин, если бы вот не Саша, то мои шансы найти девушку увеличились бы, конечно. Естественно. Ты что так в негативном тоне так сказал? Я с утра, у меня голос нет с утра. Я тут проснулся, чего вы хотите? С добрым утром, трава. Хорошо, тогда... Ты знаешь, у меня нет голоса с утра. Да знаю. Я знаю, что у тебя там с утра есть, а что нет. Так что не надо. У меня с утра только стоят. Голоса у меня нету. Ага, и потребность кофе. Да. Понимаешь, человек готов меня с дивана стащить, чтобы я ему кофе сделал. Да. Вместе со всем, с подушками, блядь, с матрасом. Вот жажда кофе утром какая. Хорошо, такой вопрос, на который многие, наверное, теперь ждут ответа. Что нужно сделать, чтобы быть с тобой? Мне надо заинтересовать. Ну сейчас-то уже как бы быть ничего, наверное. Да, быть Сашей. Сейчас тоже, наверное, ничего. Уже ничего не поделаешь, все. Поезд ушел, девчат. Ну а так, заинтересовать мне надо. Есть для тебя секрет. Какой? Я одного его выпуск не знаю. У меня секрет. Это семейный. Да. Слушай, я боюсь, тут какие-то промотали. Я вот так отсыплю на время, потому что я сейчас опять нажму, и опять оно будет. Опять будет секрет. Опять ты была? Да понимаешь, тут провод, я на него набила ногой. Ладно, давай. Давай без давай. Забили до этого. Так. Что для тебя главное в девушке? Доверие ко мне. Саша, ты ему доверяешь? Естественно. Да? Да. Поглубже. Да-да, он это любит. Дэн, что никогда ты себе не позволишь в отношениях? По отношению к девушке, я уж не знаю. Ну, во-первых, бить ее. Я считаю, это... Ну, совсем уже аморальным. Правда. И не понимаю тех парней, которые бьют девушек своих. Их надо любить, их надо защищать.
надо целовать. А бить можно вон, от любого, выйти на улицу. Вообще бьют девушек только слабые. Вот. Что еще себе не позволю? Хотя нет, поддать-то иногда можно. Да. Я не позволю, чтобы девушка во мне сомневалась. Хотя иногда бывают такие ситуации, что вот прям назло хочется сделать. И я могу это сделать очень принципиально. Но все равно, если я буду делать назло, то я ни в коем случае не изменю. То есть это будет видимость. Тупая видимость, не больше. Самый сложный, наверное, для тебя вопрос. Музыка или любовь? Сочетание. Потому что я всегда говорил о том, что мне нужна девушка, которая будет понимать, что музыка для меня важна. Любишь шумиху вокруг своей личной жизни? Она как бывает. Ты думаешь, если бы я очень сильно любил шумиху вокруг себя, я бы скрывал бы свое лицо? Я не знаю, ну, все может быть. Хочется и спокойно жизнь, естественно, пожить. Да, выйти на улицу за хлебушком. Да. Каким образом стараешься сохранить свои отношения? Всеми имеющимися. И пытаюсь очень долго, и до тех пор, пока это возможно. Если я понимаю, что девушке это не надо, то я ее просто отпускаю. Сложный вопрос. Быстро забываешь прежнюю любовь? Нет. А что так? Но почему я должен сразу забывать? Если мне девушка совсем нет. Ситуация разная бывает. Даже если она мне очень такое прям говно-говно сделала, все равно, блин, долго не забуду. Что сделала или девушка? Если очень сильные чувства были, я не забуду вообще. А если, ну, так, знаешь, типа, мутили, забыли, впереди то. Ну, блин, тут подводит память хорошая, не знаю. Кто-то мне говорил, что у тебя фотографическая память, так что... Ну, вот такие вот вопросики пошли. Как познакомились с Сашей? Давай, расскажи. Господи, это было 2 года назад. Нас познакомила общая знакомая, чуть подруга. Вот, блин. Да я-то знаю, как ты познакомились. Меня бухать на хату. Меня все как всегда. Меня как всегда позвали бухать на хату. Да, меня как всегда позвали бухать, как всегда я познакомился. С прелестной девушкой. И как так получилось, что вы теперь-то вместе? Да, это вот судьба такая. Через 1.5 года, да. Стукнуло. Причем, меня бесило всегда, что она говорила о том, что я ей не нравлюсь. И у меня прям такой прям спортивный интерес был. Ой, прям все, я, завоевать вот, все бастионы. Серьезно, мне было очень обидно и, блин, хотелось как-то сделать так, что ну, я добился. Что доставляет тебе удовольствие? Я не знаю, в каком контексте этот вопрос, но он здесь есть. Ногтями, проведи парочки. Выше. Вот это. Давай ты только... Еще вот так вот по спинке можно. Тоже. Ой, черт, передернула, походу. Так, давай ты не будешь здесь передергиваться. Ладно, я... На камеру-то не надо, ну как бы да там не дети видно. Смотрят. Ладно. Ой, видно, не видно. Поехали. Ну. Знаешь, после такого задавать следующий вопрос очень странно, но все-таки что такое любовь? Любовь – это ток, проходящий с головы до ног, останавливается в определенной точке, откуда выходит сынок или дочка. Выхитрился, да? Что ты делал вчера ночью? Не знаю, этот вопрос здесь есть. Пил пиво, целовал Сашу, переписывался ВКонтакте, спал. Все. Я все знаю. Правильно, ты тут находилась, конечно, ты все знаешь. С первых уст. Ну. Сможете ли вы возненавидеть человека за что-то, я не знаю. Да, могу. Ну что можно сделать? Очень сильную моральную боль мне причинить. Очень сильную. Пока я ненавижу только одного человека. Свою бывшую.
Я уже испугалась в этой любви. Из-за которой я чуть не умер. Это все. Пугай ее. Ты так не пугай, ты уточняй. Я уточнил. А вот спасибо, а то мало ли. А то сейчас посмотрят там кто-нибудь. А то я сейчас... Я тут уже... Меня ненавидит, нет. Ко всем остальным бывшим у меня нормальные отношения. Ровно. Ровно, да. Ладно, расскажи мне еще что-нибудь про ваши отношения с Сашей, мимимишной. Ну, у нас все мимимишно. Мимимишно. Пока. Я надеюсь. Давно ли вы вместе? Нет. Там сколько? С вчерашнего дня. 10 часов, да? Нет. Я не знаю, я не считала, сколько. 16. Ну вот. Ну, нравится она мне давно. Она давно есть к ней теплые чувства. Которые переросли? В отношения. Почему именно сейчас? Что так? Ну вот так сложилась судьба. Звезды. Ну, она рассталась, я расстался. Вот, она приехала ко мне в гости. И мы что-то так подумали. Да не, мы даже подумали, у нас как-то что-то как-то само. Да, когда там не думаешь, там не до этого. Да, там уже, да, не где-то само. Я заметила. Вот, но еще вчера днем она была мне подругой. Вот наверняка сейчас я смотрю, как это так, быть вчера днем подругой. Я тоже так хочу. У тебя тоже так было. Ой. Сейчас все тебя будут убивать. Я не буду рассказывать о том, что было там. Мало ли что там было. Может, там ничего и не было. Как знать. Я сейчас, ладно. Молчи. Ну. Я не хочу, чтобы мне потом маску засирали какой-нибудь фигнёй. То мало ли. Да, сейчас будет интересно, а что у вас было? У нас были стены, обои, мы их поклеили. Все. Да, на этом наши отношения закончились, да. Говорят, что проверить отношения, надо поклеить обои, так что все, не надо. Мы не ссорились, у нас хорошие отношения. Да. В теории. Ну да. Ну да. Что ты собираешься подарить своей девушке на Новый год? Все-таки скоро Новый год. Я пока над этим даже не думал. Вот подумай. Ну, у меня еще есть время об этом подумать. Все говорят, ой, есть время, полно времени. Слышишь, давай ты не будешь говорить моим фразам. Я цитирую великих людей, мне можно. Я не знаю, на самом деле. Ты что-то не хочешь, чтобы я тебе подарил? Ну, себя понятно. Давайте сначала доживем до Нового года. Да. Вот. Лихой вопрос. Не, ну я думаю, даже все равно. Я, может, верю в ваши отношения, что они доживут до Нового года и до 8 марта, и да. Нет, если мы даже расстанемся, мы все равно будем друзьями. В любом случае, мне придется дарить тебе подарок. Поэтому. Но все равно ближе к Новому году, там все станет ясно. Ну, это будет что-то прям что-нибудь такое придумаю. Я даже не знаю, что еще спросить. Ну, честно, я не мастер задавать вопросы про отношения, видите, это. А тут такой выпуск у нас получается. Нормальный выпуск. Да, тут про музыку больше, да. Давай про музыку. Не знаю, что спросить. Господи. Во, как вы видите себя со стороны? В смысле, как пару? Да. Мы идеальная пара. Мы подходим друг к другу. Че, я че думаю? По гороскопу или как? Да даже по гороскопу. Ты в этом уверен? Ну, вроде, наверное, не знаю. Ну, не суть. Да нет, я... Главное, понимаешь, тут даже не гороскоп важен, тут важно знать человека. Я знаю к ней подход, она знает подход ко мне. Мы просто за 1.5 года прожили столько уже, по-моему. Из-за такой херни просто ругались, что... Огонь, вода, она же еще и баран, ты понимаешь? Она же еще... Ну, знаешь, я тоже баран! Так оно и будет. Нет, ты более мягче. Она... Ой, господи, я как вспомнил. С ней не поспоришь вообще. С ней просто, с ней бесполезно спорить. Если она сказала, если она что-то себе вбила в голову, это... Кулаком по столу и все. Это все, это, не знаю... Будет тяжело, не спорю, но я готов. Ты точно готов? Да. А вдруг?
Бывает. Только пух. Это не всегда, да? Нет, я готов. Ты хочешь сказать, что твоих нервов хватит? А тут нервы даже не нужны. Саша очень умная девушка, она после наших ссор, она, ну, мне так кажется, я надеюсь, она эта штука понимает, из-за чего можно обижаться, из-за чего не надо обижаться. Потому что, я говорю, проходилось уже столько всего было за эти полтора года, что, мне кажется, теперь ни одна ситуация, ну, блин, ну, до таких ссор точно не доводить. Ну, бытовуха, она есть всегда и везде, поэтому без нее никуда так. Ну, бытовуха, это не такие проблемы. Что должна сделать девушка, чтобы ты на нее обозлился, я уж не знаю. Не, только не надо вспоминать какие-то примеры из жизни, а именно в теории представить. Я не люблю, когда мне парят мозг. Вообще не по делу. Вот просто вот сидит девушка, вот я так вот. Ты меня не любишь. Из чего? Я тебе не нужна. Из чего? Родов я на это не имею. Ну я же вижу, ну тут. Я тоже много чего вижу. И уже начинается, и начинается. Потом вот накрутка себе. Сама придумала, сама обиделась еще и меня обвинила, в итоге я говно. Как ты думаешь, Саша на это способна? Нет. Саш! Нет, нет, Саш не способна на это. Это точно. Я просто видел ее до этого отношения. И... Ой, не буду об этом. У меня слов нет просто. Ну, я даже не знаю, я думаю, лучше подвести к концу этого интервью, потому что... Да, запись что все-таки. У меня еще много дел у нас у всех. Но мы да, хоть... Саш скоро уезжает, а мне как бы еще да, хочется. Надо. Малеха. Так знаю, чем вообще вы тут заниматься будете. Чем? Я буду сидеть, обнимать, будем разговаривать, я ее поцелую, заложу. Как романтично. Да. Что бы вы пожелали нашим, кто это смотрит, люди? Идите и будьте любимыми. Найдите свою вторую половинку, как это сделал я. За одну ночь. Да, могу, я и практикую. У меня, по-моему, всегда так было. Ну, как тебе сказать? Ну, практически всегда. Почти. Да. Я люблю быть исключением из правил, да, детка. Ну тут я долго ломался, давай говорить да откровенно. Ну да, да, пока с тобой бегаешь, ты, блин, вообще баран тупой. Я не баран, ну ладно. Ну ладно, побуду, для тебя я буду кем угодно. Да. Ну в принципе, все, я не знаю, что еще сказать. Всем пока. Да, с вами были Дентьер, Александра, ну и я, ваш скромный... Кто я? Человек. Хоть имя мое назови. Ну, ты... Елена Бекер. Спасибо за одолжение. Пожалуйста. Включали дурацкую машину.